Всем привет. Вот собрались на вечерочку, на охоту прокатиться с кентом. Нашли водоемчик такой-то. Озеро, карьер, так. Непонятно что-то. Ну вот, решили съездить, посмотреть, проверить, как будет утка, не будет. На открытие ездили. У нас открытие было 1 мая. Метель, короче, была на открытие. Снег, дождь, ветер. Вот побыли первое, 30-го уехали, вот первое, второе побыли. Все, вот такая непогода. Вроде утка есть, и никак не добудешь ее. Море штормит, подсадных не поставишь. Ну и тут не ездил после этого никуда. Вот. Сейчас вот решили прокатиться, вот время нашли. Время уже начало 8-го. Думаю, само-само успеваем. Машина вам загружена, он как с охоты загрузил. Сейчас только поздняя осень ее разгружу. Сейчас начнется у нас природы, каждые выходные рыбалки. В общем, вот такие вот дела. Вот. Так что пожелайте удачи. Вроде и приехали. Сейчас посмотрим, подсадных поставим. Вот непонятно, то ли озеро, то ли карьер. Здесь он мешок с подсадными. Сейчас будем ставить. Вон. Надеюсь, хватит нам их. Красотища. Подготовочка у нас идет. Лодочку готовим. Вечере подсадных поставили. Там у нас даже живая где-то крякает, плавает. Ее отсюда, правда, не видать. Короче, уже домой еду.
вечерка так ни о чем прошла. Одна пролетела и то высоко. Даже не на выстрел там, не достать ничего было. Короче, ни о чемное озеро, озеро карьер, вот так вот. Делать там нехрен. Еду пустой домой. Что ж поделать, не судьба. Посмотрим, завтра может быть на рыбалку потом. Может там что свезет. В общем, такие дела вот.